Добрый день! Сегодня мы решили приготовить что-нибудь сладенькое на ужин. И первым делом пришло в голову такой несложный, нехитрый рецепт рулета без выпечки, который называется «Райское наслаждение». Значит, из ингредиентов нам понадобится 250 грамм печенья, столовая ложка сахара, 2 столовых ложки какао, 100 миллилитров обычной воды, кокосовая стружка 100 грамм, сливочное масло 100 грамм, сахарная пудра 80 грамм. Из этих ингредиентов мы приготовим наш сладкий рулет. Первым делом занимаемся печеньем. Его необходимо измельчить. Измельчаем мы таким методом, надежным и простым, как обычной качалкой. Раздавливаем его до такого порошкообразного состояния. Вот мы измельчили печенье до такой однородной массы. И сюда добавляем какао. Теперь хорошенько размешиваем для однородности. Вот так должно получиться у нас после перемешивания. Следующим этапом выливаем воду. Такую вот у нас есть турочка. Высыпаем туда сахар. Немного необходимо подогреть, чтобы сахар растворился. Вот сахар полностью растворился в воде. И теперь мы выливаем к печенью. Добавляя небольшими порциями воду, размешиваем нашу массу. Вот так вот получается наша масса. И сейчас займемся кремом. Для приготовления крема мы берем наше сливочное масло и добавляем к нему сахарную пудру. Теперь это все тщательно перемешиваем миксером. Вот до такой однородной массы мы взбили наше сливочное масло с пудрой. И теперь сюда добавляем стружку кокоса и перемешиваем. Вот уже это напоминает нам начинку сладкого батончика Баунти. Вот так это получилось после добавления кокосовой стружки. Затем мы берем пищевую пленку, застилаем ее на столе, вылаживаем на пищевую пленку первую массу, которую мы готовили, печенье и какао. Разравниваем до тоненького слоя. Так это выглядит на пищевой пленочке. И теперь поверх этого мы выкладываем наш крем с кокосом. Вот
так вот аккуратненько мы добавляем наш крем с кокосом и равномерно распределяем его по первому слою. Вот такой вид имеет наш рулет. Затем мы его сворачиваем и формируем из него уже сам рулет. Получается такой рулет в форме колбаски. Вот такой он вид имеет. И отправляем на час для остывания в холодильник. Вот через час мы достали наш рулет из холодильника. Он прекрасно застыл. Порезали его на кусочки. Вот такой он имеет вид. Всем спасибо, всем приятного аппетита!